Игнат Тихонович, молитесь. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создавай меня, Господи, и помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Светися, светися, Новый Иерусалим, и слава Бо Господня на тебе воссия. Ликуй ныне, веселися, Сионе, ты же чистая, красуйся, Богородица, о восстании Рождества твоего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскрес из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоя Матери, силы честного животворящего креста, святых ангелов, наших хранителей, всех ради святых, помилуй, спаси нас, яко благ еси и человека любец. Аминь. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создавай меня, Господи, и помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. За молитвы святых, Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах живот даровал. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам донесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Восставши от сна, припадаем Ти блажь, ангельскую песню пеем Ти сильный. Свят, 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 еси Боже, Богородицу, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна, возвик мне, еси Господи, ум мой, просвети и сердце. И усне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троица. Свят, 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 еси Боже, Богородицу, и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и кайго же деяния обнажатся, но страхом зовем полунощи, свят, 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 еси Боже, Богородицу, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Осна, восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, ко многерая Твоя благость и долготерпение, не прогневался на меня ленивого и грешного, не погубил меня со беззакониями моими, но человеколюб стал еси обычным, и в нечаянии лежащего воздвиг меня еси, во еже утренните славословите державу Твою, и ныне Владыка, просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя. И творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечным, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся Христу, Царю и Богу нашему. Придите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу, Царю и Богу нашему.
Воскресение Твое, Христе, спаси, ангелы поют на небесех, и нас на земле сподоби, чистым сердцем Тебе славите. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живо даровал. Воскресение – день, просветимся, люди! Пасха Господня, Пасха! От смерти Бог жизни и от земли к небеси Христос Бог нас приведе. Победную поющие! Христос воскресе из мертвых! Очистим чувства и узрим неприступным светом воскресение Христа блистающееся, и радуйтесь, рекущие, ясно да услышим победную поющие. Христос воскресе из мертвых! Небеса оба достойны да веселятся, земля же да радуется, да празднует же мир, видимый же весь и невидимый. Христос Бог воста, веселье вечное! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Умерщвление предел сломило и сию вечную жизнь, росшая Христа из гроба воссиявшего днесь, Дева всенепорочная и мир просветившего, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Воскресшего, видевши Сына Твоего и Бога, радуйся, соапостол, Бога благодатное, чистое. И еже радуйся первее, яко всех радости вина, восприяла еси, Богоматерь, все непорочная. Придите, пиво пием новое, не от камня, не плодно чудодейственное, но не тление источник из гроба отдождивших Христа, в нем же утверждаемся». Христос воскресе из мертвых. Ныне вся исполнившаяся света, небо же и земля и преисподняя, да празднует уба вся тварь восстание Христова, в нем же утверждается. Вчера спогребохся тебе, Христе, восстаю здесь, воскрешу тебе. Сраспинахся тебе вчера, сам мяс прославе спасе во царстве твоем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! На нетленную жизнь прихожу днесь, благостью росшегося из тебе чистая, и всем концам свет обреставшего, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь! Бога Его же родила еси плотью из мертвых, яко же рече, восставши, видевши чистое, ликуй, и сего яко Бога пречистое возвеличай. Предварившее утро, я же у Марии, обретшее камень отвалей над гроба, слышаху от ангела, во свете пресносущем сущего смертами, что ищете, яко человека? Видите гробные пелены? Тиците и миру проповедите, яко восста Господь умертвив и смерть, яко есть Сын Бога, спасающего род человеческий. На божественной страже Бога глаголева Аввакум достанет с нами и покажет светоносно ангела ясно глаголющее «Днесь спасение миру, яко воскресе Христос, яко всесилен». Христос воскресе из мертвых. Мужеский убо пол, яко разверзи девственную утробу, явися Христос, яко человек же агнец, наречеся, непорочен же, яко неукусен, скверны, наша Пасха, яко Бог истинен, совершен, речеся. Христос воскресе из мертвых. Яко единолетний агнец благословенный, нам венец Христос, волею за всех заклан бысть. Пасха чистительная, и паки из гроба, красная правда нам воссия солнце. Христос воскресе из мертвых. Богу Отец убо Давид, предценным ковчегом скакаша играя, люди же Божие и святие, образов сбытие зряще, веселимся божественне, яко воскресе Христос, яко всесилен. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Создав я Адама твоего праотца чистое, зиждется от тебе, и смертное жилище разори своей смертью днесь, и озари все божественными блистаньми воскресения, и ныне и присно, и во веки веков.
Аминь. Его же родила Иси Христа, прекрасная из мертвых воссиявшая, чистая, зрящая, добрая и непорочная в женах и красная. Несь во спасение всех соапостолы радующиеся, того прославляй. Утренним, утреннюю глубокую, вместо мира песнь принесем владыце, и Христа узрим, правды солнце всем жизнь воссияющая. Христос воскресе из мертвых. Безмерного Твоего благоутробия адовыми узами, содержими зрящих свету и диаху Христе, веселыми ногами Пасху хвалящей вечную. Христос воскресе из мертвых. Приступен священосно исходящую Христу из гроба яко жениху, и с праздным любопраздственными щинами и Пасху Божию спасительную. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Просвещается божественными лучами и живоносными воскресения Сына Твоего, Бога Мати Пречистая, и радости исполняется благочестивых собрание, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Не развезл еси врата девства воплощения и гроба, не разрушил еси печатей царю создания, от ануда же воскресшего тебя зрящей мате радовавшися. Снишел еси в преисподней земли и сокрушил еси вереи вечные, содержащие связанными Христос и тридневен, яко от скита Иона, воскресл еси от гроба. Христос воскресе из мертвых, сохранив цело знамение Христе, воскреслися от гроба ключи Девы невредивой в Рождестве Твоем, и отверзлися нам райские двери. Христос воскресе из мертвых. Спаси мой живое же и нежертвенное закаление, яко Бог сам себе волею привет Отцу совоскресил еси всеродного Адама, воскрес от гроба. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Возведеся, древле держимое смертью и тлением, воплотившимся от Твоего пречистого чрева и нетленной и пресносущной жизни Богородица Дева, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Сниди в преисподней земле, и вложесна Твоя чистая шеды, и вселивайся, и воплотивайся паче ума, и возвижи с собою Адама воскресл от гроба. Аще его гроб снишел еси бессмертный, но адову разрушил еси силу, и воскресл еси, яко победитель Христе Боже. Женам мироносицам вещавы, радуйтесь, и Твоим апостолам мир даруй, падшим подая воскресение. Я же прежде солнце, зашедшее иногда во гроб, предварившее ко утру ищущие, я ко дне мироносицы девы, и друга ко друзей вопияху, о, другини! Придите, вонями помажем тело живоносное и погребенное, плоть воскресившего падшего Адама, лежащую во гробе. Идем, почимся, яко же волхвы, и поклонимся, и принесем мира, яко дары, не в пеленах, но в плащанице обитому, и плачем, и возопием. О, владыка, восстани, падшим подая воскресение». Воскресение Христово видевшее, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твое поем и славим. Ты бы еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем. Придите все верные, поклонимся святому Христову воскресению. Себо приеди крестом, радость всему миру. Всегда благословящий Господа, поем воскресение Его, распятие Бо претерпев, смертью смерть разруши. Воскресе Иисус от гроба, яко же проречи, даде нам живот вечный, велию милость.
Отроки от пищи избавил, быв человек, страж жить яко смертен, и страстью смертной нетленной облачит благолепием. Един благословен Отце в Бога и препрославлен. Христос воскресе из мертвых. Жены, с миры богомудрые, вслед тебе течаху, его же яко мертву со слезами и скаху, поклонившийся, радующийся живому Богу, и Пасху тайную твоим Христе учеником благовестиша. Христос воскресе из мертвых. Смерти праздного умерщвления, адово разрушение, иного жития вечного начала, и играюще поем виновного единого благословенного Отца в Бога и препрославленного. Христос воскресе из мертвых. Смерти праздного умерщвления, адово разрушение, нового жития вечного начала. И играющий поем виновного, единого благословенного Отца в Бога и препрославленного. Христос воскресе из мертвых. Яко воистину священная и всепразднственная сия спасительная ночь, и святозарная святоносного дня восстание сущей провозвестницы, в ней же безлетный свет из гроба плотский всем воссия. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Умертвив Сын Твой смерть, всенепорочная, днесь всем смертным пребывающим живот во веки веков дарова, един благословенный Отце в Бог и препрославленный, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь! Всем царствуя созданием, быв человек, вселися в Твою богоблагодатную утробу, и распятие претерпев и смерть, воскресл боголепно, совоставив нас, яко всесилен. Сей нареченный святый день, един суббот, Царь и Господь, праздников праздник и торжество есть торжество. Вон же, благословим Христа вовеки! Христос воскресе из мертвых! Придите нового винограда рождения, божественного веселья, нарочитом дни воскресения. Царствие Христово приобщимся, поющий его, яко Бога во веки. Христос воскресе из мертвых! Возведи окрест очи твои, Сион, и вишь, себо, придуша к тебе, яко богосветлое светило, от запада и севера, и моря, и востока, чада твоя, в тебе благословляющая Христа во веки. Пресвятая Троица, Боже наш, слава тебе! Отче, Вседержителю и Слове, и Души, треми соединяемые во ипостасях естество, присуществление и пребожествение, в тебя крестихомся и тебя благословим во вся веки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Прииди тобою в мир, Господь, Дева Богородица, и чрева адова растор, смертным нам воскресение даровал, тем же благословим его вовеки, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Всю низложив смерти державу, Сын Твой, Дева, своим воскресением, яко Бог крепкий, совознесе нас и обожи, тем же воспеваем его вовеки. Аллилуйя! Величит душа моя воскресшего тридневно от гроба Христа жизнодавца. Светися, светися, Новый Иерусалиме, слава Богу Господи на тебе воссия. Ликуй ныне, веселись, Сион, ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рождества твоего. Христос, новая Пасха, жертва живая, Агнец Божий, в земли грехи мира. О божественного, о любезного, о сладчайшего твоего гласа! С нами бы неложно обещался же быть и до скончания века Христе. Его же верные утверждения надежды и имущие радуемся.
Ангел, вопияша благодатнее, чистая дева, радуйся, и паки реку, радуйся. Твой сын воскрес и тридневен от гроба, и мертвые воздвигнувы, люди, веселитесь. Христос воскресе из мертвых, о Пасха велей священнейшей Христе, о мудрость и Слово Божие и сила, подавай нам истине Тебе причащайтесь в невечернем дни Царствия Твоего. Плоти уснул, яко мертв, царю и Господи, тридневен воскрес, если Адама воздвиг от тли и упразднив смерть, Пасха нетление, мира спасение. Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его. Пасха, священная нам здесь показася, Пасха нова святая, Пасха таинственная, Пасха всечестная, Пасха Христос Избавитель, Пасха непорочная, Пасха великая, Пасха верных, Пасха двери райские нам отверзающая, Пасха всех освящающая верных. Яко исчезает дым, да исчезнут, придите, вот видение жены благовестницы, и Сиону рците, прими от нас радости благовещения воскресения Христова, красуйся, ликуй и радуйся Иерусалиме, царя Христа узрев из гроба, яко жениха исходяща. Так, куда погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся. Мироносицы жены утру глубоку, представши гробу живодавца, обретоша ангела на камене сидяща, и той провещав им сице глаголаше, что ищете живаго с мертвыми, что плачете нетленного вот ли, шедше проповедите учеником его. Сей день Егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь. Пасха красная, Пасха Господня, Пасха, Пасха всечестная, нам воссия, Пасха, радостью друг друга обымем, о Пасха, избавление скорби, ибо из гроба днесь, яко чертога воссиял Христос, жены радости исполнил глаголя, проповедите апостолам. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Воскресенье день, и просветимся торжеством, и друг друга обымем рцем, братье, и ненавидящим нас простимся воскресеньем, и таково запеем. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Слава Тебе, Христе Боже наш! Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Владимир, Надежда, Любовь, ибо мы усердно к Вам прибегаем, скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с Тобою! Благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко родила Иси Христа Спаса, Избавителя душам нашим.
Непобедимая божественная сила честного животворящего креста Господня, не остави нас грешных, уповающих на Тя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победа на сопротивное даруй, и Твое сохраняй крестом Твоим жительству. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного, родителей, сродников, благодетелей, митрополитов Марка, Николая, Агафангела, Тихона, Антония, священного Иоакима, Павла, Геннадия, Сергия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Вадима, Зосиму, Владимира, Максима, Андрея и Глебу не дай погибнуть, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, митрополитов Тихона и Ларионы, и весь священнический и иноческий чин, и вышли истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И нам дай, Господи, еще священника, рожденного свыше, который и благовестник, и место для занятия. Смири власти воинства их, наведи страх твой на них. И через них сотвори благое церкви Твоей, умудри их издавать и исполнять добрые законы. Дабы дали достойно жить людям, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Слава Тебе, Господи, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить, умножить все наши таланты, дарованные Тобою. Из-за всего почти нам добрых помощников, наставников, советников, да будет благословен этот день, которого никогда не было во Вселенной, и мы совершенно не знаем, что нас ожидает в нем. Научи нас во всем доверяться Тебе, Твоему промыслу о нас, Господи. Ибо верующих в Тебя, рожденных свыше, водимых Духом Святым, исполняющим святые заповеди, Ты назвал святыми избранными. Помоги нам, Господи, в Духе Святом оправдать эти дивные названия. Господи, сохрани наши жилища и селения от пожара, воров, нечистой силы, и благослови живущих там, Андрея, Игоря, Владимиру дай веру, благослови Людмилу, Владимира, Любовь, Алексея, Иосифа, и пришли добрые жители с детьми, любящими, знающими уставы Твои святые, и сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, чада их. Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алептину. Господи, и через них распространяй Слово Божие, Святое Евангелие. И благослови Александра, Александра, Сергея, Анастасию, Надежду, Валентину, Екатерину, Галину. Слава Тебе, Боже наш! И найди все наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну, путешествующих благослови Раису, Льва, Виктора, Александра, Константина. Господи, посети болящих, дай силу безропотно перенести страдания, и пошли мы исцеление Кирилла, Алексея, Сергея, Антония, Геннадия, Василия, Даниила, Надежду, Людмилу, Ольгу, Маргариту, Александру, Нянилу, Анаит. Благослови ее, Господи, и умудри врача все сделать правильно. Слава Тебе, Христе Боже наш, и воззри на угрозы врагов, на непрестанную ложь и клеветы, и закрой их лживые уста, дабы не препятствовали благовестию, в судный день не помяни их безумие, ибо не знают, что худо творят, служа лукавому. Благослови благодетелей наших, воздай им добром всей жизни и в будущее, Елену, Людмилу, обрати Евгения, Наталью, Надежду, Юрия, Эдуард, Господи. Мы взывали Тебе и просили помочь нам издать трехтомник Нового Завета с блаженным филактом толкования. И мы все это получили. Сколько людей уже благодарят Тебя, слава Тебе. Мы снова вопием к Тебе, помоги им издать четырехтомник. Проповеди в стихах и пошли и средства, необходимые для сего, для прославления Твоего святого и дивного имени. Аллилуйя!
Слава Тебе, Христе Боже наш! И от тяжкого недуга пьянства избави Павла, Михаила, Андрея, Владимира и потерянного Александра, найди, укажи, где он. Блуждающих Алексея и Сергея останови, дабы не обманывали людей. Благодарю Тебя, Господи, за друзей, за врагов, за здоровье, за болезни. По Твоему благоволению все это может оказаться полезным и спасительным нам. Слава Тебе, Господи, коснись сердца правителей и обрати их к себе. Даруй им духовное рождение Владимира, Михаила, Джозефа, Рамзана, Владимира, Александра, Эрдогена и Амана. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, Белоруссии, Карабаху, Канаде. Где смуты и мятежи этого смутьяна Алексея, там укроти, сообщество их развей, покажи ту бездну, куда они завлекают людей этими митингами, протестами. Слава Тебе, Христе Боже наш, за то, что Ты открыл нам это. Слава Тебе, милосердный Создатель, Господь и Бог наш. Господи, сохрани наше сокровище в интернете, их администрацию благослови, расположи к нам. И благослови трудящих на этом поприще Игоря, Юлию, Дмитрия, Виктора, Гавриила, Вячеслава, Владислава, Николая, Алексея, Гавриила. И обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия, Валентина, Андрея, Никиту, Марию. Аллилуйя! Хвала Тебе, милосердный Создатель! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог и Иегова, Авва, Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его, аллилуйя. Слава Вышних Богу на земле, мир в человеках благоволение. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за тот день, когда дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и каноны Церкви, как на истину. И в вечности воздай милостью Твоей всем, кто трудился над моей душою и возрастанием ее в Тебе, Марию, Степана, Александра, Михаила и Анну. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми, покроем офором любви от зависти нечестивых, от всего, что не славит Господа. Господи, благослови, воздай милостью Твоей всем, кто помогал нам совершить миссионерские путешествия по всему миру и возвратил нас здравыми, несмотря на все препятствия. Аллилуйя! Благослови Виктора, Николая, Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Надежду, Людмилу, Сергея, Наума, Валентину, Самиру, Самире, Тимуру, Рустику, да истинную Христову веру, дабы не верили лжепророкам. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога обо мне грешим. Благодарю Тебя, мой добрый ангел, сколько лет Ты хранил и защищал меня от видимых и невидимых опасностей. И в смертный час не покинь, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу по мытарствам страшным и непонятным, и введи ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, Предтеча Христова, моли Бога о нас, Господи! Научи нас жить и в бедности, имея пропитание одежды, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономным, и каждому даруй доброе жилье, и Сергею, и Гавриилу, и Владиславу. Аллилуйя! Хвала Тебе, наш милосердный Создатель! Святитель Христов Никола Мирликийский чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас и о нашей живности, через которую Господь облегчает наше пребывание на этой юдоле печали земле. Молите Бога на святые пророки Божии, Илья, Елисей, Нох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия и Аиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отроки, пророк Михей, Авраам, Исаак, Иаков, да исполнит Господь духом пророческим церковь свою. Либо день прихода то нашего отшествия не застал нас не готовыми, но чтобы мы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры
и сосудами полными елея добрых дел, соделанных в Духе Святом и с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы престолу Божию предстоящие. И святые апостолы Петр и Павел, святые евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн, да дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики, Игнатий Богоносец, Поликарп, Сминский, Усин, философ, Косма и Дамиян, Андрей Стратилат, Ирон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертание зверя, антихриста на чело или правую руку. Господи, благослови наших братьев, взятых из их домов, отправленных на фронт. Каждому дар истинное духовное рождение, чтобы они там были светильниками и не взяли оружие, никаких присяг не принимали, ибо они христиане. Благослови Никиту, Александра, Максима. Мы надеемся на милость Твою, Христе Божий наш, посетить томящихся в вузах, тюрьмах, лагерях, психиатрических темницах монаха Сергея Владислава Могучего, Илью, Глеба, Вара. Тебе славу воссылаем. Сохрани их, Господи, и пытаемых, и убиваемых освободи. Даруй им свободу. И там, где они находятся, чтобы они были истинными свидетелями Твоими, проповедуя о любви Твоей. Хвала Тебе, наш Господь! Слава Тебе! Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний Макарий, Макарий, Антоний Феодосий, Корнилий Ио, Сергий Радонский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Ян Тобольский, Ян Кронштадтский, Ян Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский, Филарет, Иероним Стридонский, все переводчики Священного Писания, молите Бога о нас, да укрепит нас Господь и сохранит в святой православной вере, а замысел еретиков и сектантов разруши, развей в ничто преврати, ибо вне церкви нет спасения. Слава Тебе, милосердный Создатель! Молите Бога на святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Фатина Самарянина Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья Адриан, Варвара Екатерина Перпетуя, Татьяна Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила Акила, Андроник Июний, Киприяна Устина. Да дарует Господь женам и девам послушание, молчание, целомудрие и стыдливость, и сохрани их от всяческого поругания и насилия, исправь непокоривость Галины, семейства ее Евгении, Надежды Людмилы, Виктории и Иоанны. И благослови, Господи, Ирину, гонимую и преследуемую, на которую покушаются убить, дай силу крепости. И отцу ее, Василию, помоги, ибо у него только что приступ сердечный. Простри к нему дволань твою, пощи им исцеление, умудри, как поступать. Этих убийц ты уже заключил в узы. Господи, и то, что они совершили, сколько убийств, открой властям это. Ибо во главе их стоят священники, убийцы, и они уже арестованы. Господи Боже наш, слава Тебе! Перед Тобой ничто не сокрыто, и прошедшее, как будто сегодня было. Слава Тебе! Подготовь людей, готовящихся к крещению. И между нами, молящимися здесь, да будет всегда мир, любовь и согласие. Благослови Виталия, Никиту,
Николая. Научи их трудиться в поте лица и больше всего интересоваться своей душою, чтобы она, очищенная, облагодатствованная, предстала пред тобою, нежели искать, какие события произошли в мире. С нас спросится наша жизнь, а не чужая. Слава тебе, милосердный! Господи, прими нашу молитву воздеяния рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей Божией. И соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Ты Бог, сотворивший этот мир и сохраняющий его, как зиждитель. Ты Господь, знающий все прежде бытия. Услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного за нас грешных, прими и исполни наши молитвы о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. И мы взываем о незаповедавших, отверзи им ум и дай им возможность раскаяться, ибо за гробом нет покаяния. Тебе слава, Тебе хвала, Тебе честь и поклонение, наш любящий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушают и дослышат рабы Твои голос Твой. Аминь. Христос воскрес! Мир всем и доброе утро всем! Воистину воскрес! Вы знаете, да, кто у нас? У нас считается Новый Завет, считает столкованием в нашем издании. Сестры Хапилина Валентина Сергеевна и Симоненко Ольга Николаевна. Мы не знаем, будет ли сегодня брат Михаил Каримов, он читал обычно проповеди, но я его не вижу. Итак, сестры, ваше время. Благослови, Господи, на чтение Священного Писания с толкованием блаженного Феофилакта. Дарую разуметь написано исполнить волю Твою во славу имени Твоего святаго. Послание апостола Павла к Титу, 2 глава, с 14 стиха. «Который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный, к добрым делам». Толкование. «И это знак Его могущества, что Он дал себя». И не так, чтобы от одного беззакония избавить, а от другого нет, но от всякого беззакония. Почтим же свое избавление, очистить купелью божественного крещения и исполнением его божественных очистительных заповедей. Особенно то есть свой, особенный, то есть свой. Это выражение метафорически взято от слуг, вращающихся около имущества, и достояние господина своего, подобно тому, как называют человека избранного, выделенного, не имеющего ничего общего с прочими людьми, то есть народ, жаром стремящийся к добродетели и показывающий ревность ко всем добрым делам и пламенное подражание. Избавление – дело его одного, быть может, ревнителем в делах, так же и наше. Быть же ревнителем в делах, так же и наше. 15 стих. «Сие говори, увещевай и обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя». Толкование. «Сперва говори и увещевай, то есть учи более кротко речью, а потом обличай, и не просто, но со всякой властью, то есть настоятельно и властно». Так как они были грубы, то он предлагает против них строгость. Есть пороки, которые не нуждаются в строгости, а только в увещании и убеждении, как, например, чтобы совершенно презирали деньги. Но есть и такие, которые нуждаются в строгости, как
прелюбодеяние, воровство, хищничество, волшебство. Пусть никто не презирает тебя, благовременно и строго обличающего, ибо кто строго обличает, но не своевременно, того более презирают. 3 глава, 1 стих. Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело. Толкование. Везде апостол желает, чтобы верующие повиновались властям, и показывает, каким образом повиноваться, именно если они будут готовы ко всякому доброму делу. Отсюда ясно, что кто готов на зло, тот не повинуется властям. Или пусть будут готовы, чтобы склоняться к доброму, а не к нечестью. Или к чему-нибудь другому, вредному для души. 2 стих. Никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими и оказывать всякую кротость ко всем человекам. Толкование. Хотя и худо кто поступает, не злословь, то есть не укоряй. Уста наши должны быть чисты от укоризны. Справедливо или ложно, не нам судить. Смотри на то, какая опасность может быть и к иудеям, и к эллинам, и к причиняющим вред, и к несправедливым. 3 стих. Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Толкование. В послании к Коринфянам устрашает будущим, чтобы не осуждали, говоря, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. 1 Коринфянам 10:12. Здесь же вразумляет прошедшим, говоря, не будем укорять других, так как и сами мы некогда были более грешили. Что говорил разбойник другому разбойнику? И мы осуждены на то же. Сравните Лука 32:40. Когда же мы были несмысленны до Христа? Разве не бессмысленно было служить таким богам, а приносить людей в жертву? Разве это не величайшее заблуждение? Но мы служили еще различным страстям и удовольствиям. Здесь разумел мужеложество, брак с матерью или сестрой и прочие бесстыдства. Ибо различно забавляется